Праздничный вечер сегодня состоялся для ветеранов войны, ветеранов труда и почетных жителей окружной столицы. С приветственным словом к присутствующим обратился глава города Максим Ряшин. Вы своей жизнью, своим трудом, своим отношением, вы можете создать такую атмосферу, что люди, которые трудятся, начинают по-новому гордиться и своим трудом, и городом, и всем нашим обществом. Спасибо вам за это огромное. В этом ваша великая роль в истории города.